В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, более-менее получается. Так. Сейчас надо еще вот эту кромку отогнуть 20 миллиметров. Так, ну сейчас еще по бокам сейчас тоже подвинем. Можно, конечно, крещение подавать. Тут небольшое расстояние возьму. Особо-то. Не разгонишься. Особо не разгонишься. Особо не разгонишься. То же самое. А, немножко как-то. Так, шо? Так, делаем раствор теперь 20. И будем сейчас. Так, 20. И будем сейчас поднимать кромку 20 миллиметров. 20 миллиметров. Так, отогнали. Так, теперь здесь. Так, больше она не отгибается, потому что... Так, сюда. Метра. Так, ну вот, берем наш сюда наши клещи, сюда клещи, теперь отрубаем так. Это у нас. Ну, посмотрим сейчас. Так вот. Так вот, поняли.
Так, здесь тоже. Вот остальное все. Все будем сейчас. Приспособа такая есть. Такая приспособа, чтобы сгибать более равномерно. Больше-то у нас уже нечем сгибать. Там. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли, а я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «Фальц. Онлайн. Обучение кровельщиков по металлу» будет проводиться смешанно, то есть. В начале установочные занятия, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но, уже онлайн, по тарифу оптимальные, 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков на начальном этапе – это революционный прорыв. Это полноценное систематическое полное завершенное качественное обучение, совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Санкт-Петербург ему выдает премию в сумме 200 тысяч рублей. Второе место, если часть Польши, можно заработать денег при желании. Так, раз, станция Шурни, вдруг на 208. Да, ну что вам, отвечаю, вроде неплохо. Давайте нам представим. Теперь пройдемте. Есть вопросы? Вопросы? А что, вам не поставили оценку, да? Всем здравствуйте. Здравствуйте. Я Владимир Радович, я мастер производства обучения по кровельным заводам. Сейчас так вот погибать уже через эту приспособу. Это резиновая такая, полиуретановая такая пластина. Вот полиуретановая пластина. Вот тоже она помогает. У любого сапожника можно взять. Вот. В принципе, тут особо ума не надо тут вот. Гибаешь равномерно.
Вот через нее можно вместо доски ее использовать, когда там, к примеру, уплотнить какой-нибудь фальц, лежать ей надо. Можно ее тоже использовать. Тоже можно ее использовать. Править где? Так, ну тут вообще просто. То есть просто держать. Вот так это получается. Так это получается. Вот, погодите немножко. Погодите немножко, какая? Все равно все ярко. Немножко. Все. Чтобы она была 90. 90.